Сейчас не знаю, что будет с электричеством, так как Иран все продолжает угрожать и угрожать. Вот поэтому надо, чтобы все пауэрбанки, все, что может сохранять, аккумулировать электричество, то есть для дальнейшей подзарядки того или иного предмета, нужно держать в зараженном состоянии. Несмотря на то, что у нас в доме, я имею в виду, во всем доме есть генераторы общие, все равно необходимо, чтобы вот такие вот вещи, как пауэрбанки, были всегда заряжены на готове. Поэтому сейчас возьму этот пауэрбанк, поставлю на зарядку. У меня есть еще один, вот он, его тоже поставлю на зарядку. Все, поставил его на зарядку. Вот, заряжается, на нем 70% заряда есть, но все равно пусть зарядится до сотки. Заряжается, кстати, быстро зарядки. Помните, этот пауэрбанк я покупал в Чехии в магазине Datarad, в моем любимом магазине европейском, и, точнее, в моем любимом магазине в Европе, европейская техника, магазин Datarad. Фирма называется Гоген. Я не знаю, что это за фирма, но в Чехии она довольно-таки популярна. Это фирма Гоген. Все, вот пусть здесь заряжается. У меня есть еще вот такой вот пауэрбанк. Этот пауэрбанк заказывался с Алика. Так, что здесь есть что-то по заряду? А здесь нормально, 98% заряда. Поэтому все хорошо, пусть так и будет, 98% заряда. Он, по-моему, тоже с быстрой зарядкой. Не помню точно. Да, быстрая зарядка, вот 65 ватт. Снял я защитное стекло со своего айпада 10-го, потому что не знаю, что-то мне стекла защиты не нравятся. Пленки еще куда ни шло, пленки удобно. У меня, кстати, на моем смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra есть пленка матовая, я ей очень доволен. Заказывал я с Алика ее также. Вот стекла не очень прикольно, посмотрите, как оно все загезанное. Вот, поэтому это стекло пойдет в мусор. Сегодня, кстати, купил новые весы себе. Если вы следите за мной постоянно, то вы знаете, что это плюс за здоровый образ жизни и поддерживает свое тело в форме. И поэтому я купил себе новые весы, старые, не знаю, вышли из строя сегодня что-то, начали они выделываться, поэтому я вот лайфовская, это Шуферсаль, стоит 79,90. Такие вот часы прикольно и довольно-таки это очень показывает вес, что самое главное. И купил себе вот такие вот батончики, тоже лайфовские. Блин, получается, один батончик берешь 14,90 и второй такой же за 5 шекелей. Вот я взял здесь 2-3 батончика. 4 батончика. Этот я свой взял, приготовил на работу. Прикольная штука. Протеин 35 грамм. Сахар 2,8 грамм. БЦА 6,1 грамм. Со вкусом соленого карамеля. Выпить кофейка. Прикольная кружечка, но она для моих потребностей в кофе маловато. Придется брать другую. Буду брать ту, которую я покупал в...
Старбаксе. Вот она, помытая. Starbucks. Немного чего-то еще есть у молока. Пойду во второй холодильник. Здесь есть молоко. Вот оно. На всякий случай, чтобы было еще. Сейчас авиакомпании, которые уже отменили рейс в Израиль, все больше и больше пролонгируют свои отмены. К примеру, таким образом, компания Ryanair пролонгировала отмену своих рейсов до августа, до 23 августа 2024 года, а компания EasyJet и вовсе до апреля 2025 года. Но это также не говорит о том, что это последняя пролонгация. Возможно, та же Ryanair 23 августа опять продлит отмену полетов. Что можно сделать? Такие реалии, в таких реалиях мы сегодня живем. Друзья, не стоит впадать в панику. Все будет хорошо. Остаемся с трезвой головой.
вроде никакой нету, но очень долго все двигается. Очень-очень долго. Делайте так, как этот водитель нарушает права, правила дорожного движения. Хотел не пропустить меня. Все, вот это ячейка, да. Мне как раз сюда к ней надо. Что это? Кто помнит такие вот телефонные аппараты? О, раритет какой. Поиздевались с одним, конечно, конкретно. Вот, а мне вот сюда сейчас буду забирать посылочку. Ну, вообще, поиздевались конкретно. И вот она, посылка. Сейчас мы заберем, а потом посмотрим, что там пришло. Я имею в виду, кто бы сюда пришел. По поводу общественного телефона. Я, кстати, думал, что их уже везде убрали. Оказывается, нет, где-то еще сохранились. Понятное дело, что уже не работает, но как память, как какой-то раритет остался. И никто еще не убрал их. Мне, кстати, пришел не БЦА, а ИАА 7000. Розовый лимонад. Такой же фирмы, как... Вот у меня стоит BCA Energy, тоже с электролитами, с аминокислотами, строит мышцы, восстановление против воркаута, после воркаута. Прикольно. Буду пробовать, какой он на вкус и как он воздействует на организм после тренировки. Я, конечно же, потом обо всем отчитаюсь. Сейчас смотрю Сергея Услендера. И вот то же самое, что я говорю, что всем уже осточертело ждать эту иранскую атаку. Новые мемы появляются с каждым днем, с каждой минутой даже. Насчет этого. Такой есть мем. Ждун ждет атаки. И да, действительно, это уже немного поднадоело, то, что они угрожают. Говорят, мы сегодня ударим, не ударяют. Завтра ударим, опять молчок. Если же ты обещаешь что-то сделать, угрожаешь, что делай. А если нет, то молчи в тряпочку и не пугай. Не морочь кому голову. Как ты считаешь? Пиши в комментариях. Спасибо за просмотр моего ролика. Если же ты еще не подписан на канал, самое время подписаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. И да, если же кто-то хочет помочь на развитие канала, ссылочки на донаты я оставлю в описаниях. Это не обязательно, но приветствуется. Всем пока-пока.